Для четвероклассников 20-й гимназии и Люберецкие госавтоинспекторы провели пешеходную экскурсию «Безопасная дорога в школу». Основная цель акции – научить детей навыкам безопасного поведения рядом с проезжей частью и на дорогах. И только тогда, когда вы убедились в безопасности своего перехода, мы с вами переходим дорогу. Аккуратно, бегать ни в коем случае нельзя. Во время экскурсии вспомнили значение и название дорожных знаков, расположенных около гимназии, изучили места, где можно безопасно переходить проезжую часть. Я уверен, все мои одноклассники это и так знали, но спасибо, что провели этот инструктаж. Те, кто не знали, они узнали. А те, кто знали, у них в памяти этот материал укрепился. Акцию «Безопасная дорога в школу» проводят в округе регулярно. В первую очередь сотрудники госавтоинспекции уделяют внимание образовательным учреждениям, которые расположены вблизи дорог, где есть нерегулируемые пешеходные переходы и интенсивное движение автотранспорта. А в рамках этой пешеходной экскурсии дети получили первичные навыки перехода проезжей части, изучили знаки дорожного движения, которые расположены вблизи школы. Подобные мероприятия проводятся уже не впервые, и продолжится проведение таких мероприятий, которые положительно влияют на общую статистику и общее поведение детей рядом с проезжей частью. Каждый год приходят сводки за полгода, за 9 месяцев. Дети 20-й гимназии в эти сводки не попали. Гимназистам раздали светоотражающие элементы, которые при переходе через проезжую часть сделают их наиболее заметными для водителя. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.